Сотрудника городской администрации привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокуратура выяснила, что нарушения были допущены во время проведения конкурса по выбору подрядчика по капремонту многоквартирных домов. Директор одного из предприятий оказался близким родственником члена конкурсной комиссии. По данному факту прокурор Ноябрьска внес представление главе администрации. Отмечу, с начала года окружная прокуратура выявила 65 нарушений закона при расходовании денег в жилищно-коммунальной сфере. В результате проверок возбуждено 10 уголовных дел, 15 человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.